Привет, ребята! Сегодня мы будем лепить электричку. Это вот первое мое видео, где я леплю. Для этого нам понадобится зеленый пластилин, белый, бежевый и оранжевый. Берем фольгу и скатываем вот такой вот прямоугольник. Берем зеленый пластилин и разминаем его. Потом мы его вот так вот мнем. Мы его вот так вот мнем, смотрите. И облепливаем наш корпус. Вот так. Так, смотрите, мы его вот так вот облепливаем, корпус. У нас получился вот такой вот корпус. И теперь мы его должны выровнять. Берем доску, но, к сожалению, доски нету. И мы вот так вот делаем, и он вот так вот выравнивается. И вот так вот он вот выравнивается. Получился у нас вот такой вот корпус. Дальше мы будем делать окошки. Они у нас будут бежевого цвета. Отрываем брусочек примерно вот такого вот размера. Так, сейчас покажу. Вот такого вот. И его вот так вот рвем. И потом из него делаем лепешку. Мы вот сделаем сейчас вот с вами окошки. Начнем вот с кабины машиниста. Поворачиваем корпус вот так. Делаем окошки вот так вот. Мы берем стопку. Сейчас. Разделяем на две части. Чтобы окошки у нас получились нормальные, мы вот так вот отрезаем стык лишние детали. Чтобы у нас получились квадраты. Вот, вырезали первое окошко. И делаем все так же. Надеюсь, вы поняли так. Так, смотрите, вот так вот делаем. И вот так вот обрезаем. Получились у нас два вот таких вот квадрата. Чтобы было там еще маршрутное табло, мы берем вот окошки машиниста и вот так вот обрезаем. То есть вот так вот половину. То есть делаем скошенную. Также делаем со вторым окошком. У нас получились вот такие вот две скошенные. Прикрепляем их на корпус вот сюда вот. Так. Должно было получиться у вас вот так. Теперь мы делаем верхний прожектор. Берем кусочек бежевого пластилина. Делаем его в треугольник, расплющиваем. У нас получился вот такой вот как бы треугольник. И прикрепляем его на наш
на наш корпус с верхней стороны. У вас должно было вот так получиться. Теперь мы сделаем полоски. Ну, то есть полоску кабины машиниста. Мы делаем это из оранжевого пластилина. Мы вот скатываем вот такую вот колбаску. Нет, да, расплющиваем ее. Потом мы прикрепляем ее вот сюда, вот вниз. Теперь мы сделаем фары. Берем черный пластилин. Делаем два прямоугольника. Должно было у вас вот так вот получиться. Дальше мы будем делать фонари. То есть фонари, ну, фонари в фарах. Берем также снова бежевый пластилин. И вот так вот прикрепляем вот сюда. Вот у вас должно было получиться вот так. Теперь мы будем делать окошки окошку в межвагонном переходе. Мы берем маленький брусочек зеленого пластилина, скатываем колбаску. Так ее расплющиваем и прикрепляем вот сюда. У вас должно было получиться вот так. Теперь мы берем бежевый пластилин и делаем та вот окошко. То есть это межвагонная дверь. Должно было получиться у вас так. Дальше мы будем делать окошки сбоку. Сейчас. Окошки сбоку. Берем мы... Сначала делаем окошки машиниста сбоку. Берем бежевый пластилин. Или желтый, как он там, не знаю. Делаем треугольник. Раскатываем ее. У вас будет получиться вот такой вот треугольник. И прикрепляем его вот сюда вот. Должно было получиться так вот. И аналогично делаем и с другой стороны. Должно было получиться у вас вот так. Дальше мы будем делать... Окошки в дверях. У нас будет электричка с необычными формами стекол в дверях. У нас будут они наискосок. Для этого мы скатываем... Нет, то есть мы скатываем круг, делаем из него квадрат. У нас получился вот такой вот квадрат. Мы его ложим и режем вот так вот. То есть у него снизу вот так вот. У вас должно было получиться вот так. Прикрепляем его на наш корпус. То есть нет, еще. Смотрите, если вы еще прикрепляете, то еще не спешите. Нам надо сделать дверь, чтобы было понятно, что это двери. Для этого мы делаем такой вот квадрат и расплющиваем его. У вас было должно было получиться вот так вот. Так вот. Прикрепляем его вот так вот. И прикрепляем нашу форму стекла. Разрезаем ее. Затем берем черный пластилин. Скатываем из него колбаску. Ну вот такой вот типа уплотнитель. Вот такой вот. Резиновый, который... Держит, чтобы двери не бумкались вот так вот. И прикрепляем вот так вот. У вас должно было получиться вот так. И также делаем с другой стороны. У вас должно было получиться вот так вот. Дальше мы будем делать окошки пассажиров. У нас их будет два. Первое окошко будет маленькое. Мы делаем прямоугольник из пластилина, вот такой вот. Прикрепляем его вот сюда вот. Старайтесь, оставьте место для полоски. Вот так вот, то есть сверху. У вас должно было получиться вот такого вот уровня окошко. И делаем
а второе окошко у нас будет обычное. Как его делать, вы уже знаете. Делаем также и с другой стороны. Теперь мы с вами будем делать форточки. Это форточки, которые открывают окна. Надеюсь, что вы ездили на электричках. Для этого мы скатываем колбаску и прикрепляем ее вот так вот. А должно было получиться вот так вот. Дальше мы вот с вами вот будем делать на межвагонном переходе два окошка. Смотрите, для этого мы скатываем шарик и разделяем его на две части. Старайтесь, чтобы у вас два маленьких кусочка были одинаковые. У вас должно было получиться вот так. Теперь мы будем с вами делать белые полоски вокруг всей электрички. Этого мы скатываем колбаску. У вас должна была получиться вот такая колбаска. Отрываем, разделяем ее вот так вот и прикрепляем ее вот так вот. Старайтесь, чтобы колбаска не попадала на дверь. То есть она мимо двери не шла вот так вот. И сделайте полоски еще немножко вот тут вот. И тут. Вот должно было получиться вот так. И делаем так же и с другой стороны. Вот должно было получиться вот так вот. Дальше мы с вами будем делать колеса. Нет, мы будем с вами делать... У вас должно было получиться вот так. Дальше мы с вами будем делать крышу. Для этого мы берем черный пластилин. Делаем из него основание крыши. Сейчас увидите все. У нас получилась вот такая вот колбаска. Теперь мы переворачиваем нашу электричку. Кладем ее и аккуратненько лишние детали убираем. Обязательно проверьте, подошла ли вам колбаска. Дальше мы будем делать метельник. Как вы помните, если ездили на электричках, то вы видели внизу. Для этого мы его вырежем. Делаем лепешку из оранжевого пластилина. Отрезаем ее вот так вот. У вас должно получиться вот так вот. Так, сейчас метельник у вас должен получиться был вот такой вот. Прикрепляем его вот на нашу электричку. Вот так. И делаем вот тут вот полоски. Так, теперь мы с вами будем делать колеса. Скатываем 8 кружочков. У нас получилось 8 кружочков. Теперь мы берем по 2 кружочка, вот так вот, и делаем из них вот так вот колесную пару сначала. У вас должно было получиться вот так. Дальше мы будем делать ось. Мы берем также серый или черный пластилин, или даже коричневый. Делаем из него
делаем из него квадрат, вот такую вот лепешку, и крепим вот так вот. Должно было получиться вот так. Также делаем и с другой. Теперь мы приступим к верху. Это у нас будет... Мы будем делать детали коричневым цветом. Отрываем примерно такой вот бросочек. Там у нас будут две части. То есть там будет вентиляция и мотор. Сначала мы с вами сделаем мотор. Он у нас овальный. Мы делаем вот такой вот овал и расплющиваем. И прикрепляем вот такой вот, так вот, да, вот. И у вас так должно было получиться. И теперь мы сделаем вентиляцию. Берем оставшийся кусочек. Делаем его квадрат. Также расплющиваем. И зубочисткой рисуем вентиляцию. Вот так. В итоге у нас получилась вот такая вот электричка. Всем спасибо за внимание. До свидания. Подписывайся на мой канал Максон Патиссон. Пока-пока!